Вот говоря о вашем отце, все-таки он блистал в то время, когда советский балет был номер один. Собственно, у нас космос и балет Ну, вы знаете, был теперь уже две. русский балет все равно номер один, я Вы вам должна считаете, что сказать. номер один Конечно, сейчас? Да. конечно, То конечно. есть то, что пишут, что потерял позиции, что эта отрасль совершенно у нас сейчас находится в не лучшем состоянии, это все пишут люди некомпетентные или настроенные недоброжелательно по отношению к кому-либо или к Ну, чему-либо. безусловно, балет стал совершенно другим, потому что поменялась жизнь. Потому что много современных спектаклей вошли в репертуар, потому что, ну, молодежь совершенно другая, но это не значит, что она хуже. Сейчас есть изумительные танцовщики, очень интересные балерины. А когда Может. балерина, я вас прерву, балерина перестает быть молодежью? Когда вот у балерины же есть какой-то ценз, да, вот с этого возраста, как вот раньше как было в Советском Союзе, тебе 28 лет исполнилось, тебя уже в комсомол принять не смогут, из комсомола ты выбиваешь, ты уже не молодежь как бы. Вот у балетных это как? Вы Есть знаете, ну, какой-то балетные, они строгий всегда ценз? мальчики и девочки. Да, я вот на вашего брата смотрел, на вас смотрю то же самое. Я, собственно, поэтому к этому и подвожу. А именно поэтому я и пытаюсь донести до родителей девочек, почему девочки должны заниматься балетом. Потому что это воспитывает тело, раз, потому что это сохраняет молодость, два. И потому что это гармонизирует строй вот человека, особенно девочки, девушки, женщины. Ведь принцесса Диана до последних дней занималась балетом. Балет и пилатес, то, чем она занималась. И даже занималась на пуантах. То есть она делала просто серьезный балетный экзерсис. Да? И вот ее весь облик, ее стать, ее женственность, ее грациозность, ее умение владеть собой, своим телом, позой, жестом, это все вот тоже отсюда. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.